возраст – лишь цифра в паспорте. Под этим слоганом в культурно-досуговом центре «Успенский» прошел праздник, посвященный Международному дню пожилых людей. Его непосредственными участниками и гостями стали члены проекта «Активное долголетие» из 11 поселений округа. Активное долголетие – это продление нашего здоровья, укрепление его, продление нашей молодости. Мы здесь находим друзей, и вообще это становится смыслом жизни после выхода на пенсию, потому что здесь можно заниматься такими занятиями, на которые в юности не хватало времени. Ты играй гармонь, чтобы было жарко, ты не с нашего села, мне тебе не жалко. В этот день гостей центра ждал большой праздничный концерт, подготовленный участниками серебряного возраста. Звучало много песен и не только. Собравшихся порадовали театральными постановками и настоящим модным дефиле. Надежда Соловьева сегодня впервые почувствовала себя моделью. За год занятий в клубе она стала настоящей рукодельницей. Это древний русский такой наряд, называется «Япанечка». Значит, раньше женщины вязали, если вы помните, длинные юбки и короткие такие вот жакетики, жилетики из кусочков ткани в технике бабушкин квадрат. Он достаточно удобный, если вот так и с сумочкой, и вообще это очень интересные идеи. И они сейчас становятся опять современными. Помимо этого, в холле концертного зала организовали выставку рукоделия. Полюбоваться авторскими изделиями и приобрести на память понравившуюся вещь мог каждый. А в большом зале в торжественной обстановке прошло награждение. Сегодня будут награждаться самые активные наши участники, которые делают много полезных дел для округа, помогают достаточно активно. Вот, и сегодня они получат благодарственные письма главы. 30 самых активных участников активного долголетия в этот вечер выходили на сцену. Замглавы Одинцовского округа поздравил всех собравшихся и с восхищением отозвался об их деятельности в рамках проекта. Вы настолько энергичны и действительно говорят, что возраст он определяется состоянием души, энергетикой, уж точно не штампом в паспорте. Поэтому дай Бог, чтобы и дальше вы также были энергичны, здоровы, принимали участие во всех наших мероприятиях и пусть вам сопутствует удача, мир и благополучие. С праздником вас! Елена Краева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».